Ульяновская область сегодня отмечает юбилей. 75 лет назад вышел указ о ее образовании. В Ленинском мемориале состоялось праздничное мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Культура, идентичность региона сложились более чем 3 столетия назад. Мы с вами, уважаемые земляки, преемники сначала Симбирского уезда, потом наместничества, а потом огромной Симбирской губернии. Кроме жителей города и первых лиц Ульяновска, на празднование прибыло огромное количество гостей, как иногородних, так и из-за рубежа. Даже глава республики Ингушетия поздравил сегодня ульяновцев с праздником. От всей души, от себя лично, от всех жителей республики Ингушетия поздравляю жителей Ульяновской области, губернатора, всю его команду с таким хорошим юбилеем, 75-летием. Мы видим огромные такие успехи, которые сегодня в последние годы происходят в Ульяновской области. Я уверен, что это продолжение и на 80 лет, и на 90, и на 100 лет. Успехов, здоровья, счастья, процветания в Ульяновской области во благо и самой области, и всей нашей великой России. Во время концерта гостей постарались как можно подробнее познакомить с историей нашего региона. Использование документальных архивных записей и кадров кинохроники, музыкальных произведений, исполняемых лучшими солистами и творческими коллективами, передали атмосферу тех времен. На официальной части «Будущее начинается сегодня» состоялась церемония вручения звания «Почетный гражданин Ульяновской области» и поздравления представителей федерального центра. Во-первых, для меня это было очень неожиданно. Я просто работала очень много всегда и, как говорится, не думала никогда о такой награде. Это действительно очень большая неожиданность и для меня, и для моей семьи. Сегодня в здании Ленинского мемориала прозвучало очень много поздравлений и добрых напутствий для Ульяновской области и ее жителей. Финал мероприятия посвятили объявленному в регионе Году умных технологий и креативных индустрий 2018 года. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.